Полицейские Калачевского района задержали автоугонщика. В полицию обратился 64-летний пенсионер, сообщив, что неизвестный совершил угон принадлежащего ему автомобиля УАЗ, оставленного им в строительном карьере. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого в совершении преступления была установлена. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Угнанный автомобиль возвращен владельцу. Проводится проверка. А в Новониколаевском районе полицейские изъяли у водителя поддельные права. Автомобиль «Лада» был остановлен инспекторами ДПС на федеральной трассе. Мужчина предъявил водительское удостоверение с явными признаками подделки. Оно было напечатано на простом струйном принтере. При проверке по базам данных выяснилось, что права с таким номером выданы совершенно другому человеку. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мошенники продолжают обманывать граждан через сайты объявлений в сети интернет. Так, 38-летний житель Среднеохтубинского района перевел на счет неизвестного более 70 тысяч рублей в качестве оплаты за покупку квадроцикла, объявление о продаже которого прочел на одном из сайтов объявлений. После перечисления потерпевшим денежных средств продавец сразу же перестал выходить на связь. Полиция региона призывает волгоградцев не вносить предоплату, пока лично не увидите товар, а обо всех фактах противоправных действий, совершенных в отношении вас, незамедлительно сообщать в полицию.